Подготовить все ингредиенты. В растительном масле обжариваем лук, добавляем грибы, соль, черный перец по вкусу. Картофель нарезаем соломкой, хорошенько промываем и обсушиваем. Обжариваем в растительном масле, вытаскиваем его на бумажное полотенце. Собираем салат. Полбанки кукурузы, куриное мясо, жареные грибы с луком. Посолить, заправить майонезом по вкусу, перемешать. Далее выкладываем на тарелку, в серединке делаем отверстие. И накрываем поверх картофелем. После этого делаем полосочки из майонеза и украшаем свежими веточками укропа. В чашу на мелкой терке натираем сыр и желтки. Один зубчик чеснока. Белки натираем отдельно. Заправляем майонезом, солим. Мокрыми руками формируем шарики. И затем обваливаем их в белках. Это будут наши яйца. Укладываем их по центру. Вот такой салат получается.